Эмилия, пожалуйста. Мария Эмилия, прошу тебя. Мария Эмилия. Алехандро. Алехандро, я не желаю даже имени ее слышать в нашем доме. Мама, мы совершили ужасную ошибку. Какую? Мария Эмилия, она невиновна. Что? Женщина, с которой спутался отец Моника. Что ты говоришь, Алехандро? Откуда ты знаешь? Мама, я понимаю, тебе трудно в это поверить, но это правда. Любовница отца Моника Пардо Фигероа, а не Мария Эмилия. Нет. Нет, этого не может быть, я не верю. Ты же говорил, что видел их вместе. Говорил, что застал их вдвоем в этой квартире. Я отказывалась в это верить, но ты меня убедил. Мама, я ошибался. Я кипела от ревности и злости. Все было против нее. Мама, я сделал неверный вывод из-за множества совпадений. Алекс. Мама, мы поступили с ней несправедливо. И в этом виноват только я. Ты уверен, что... Она невиновна, мама. У меня больше нет сомнений. Мы ее оскорбили, и я не знаю, сможет ли она нас простить. Простить нас? В чем дело, Эми? Ты больна? Вставай, я отвезу тебя в больницу. Нет. Нет, я не больна. Мария Эмилия, взгляни на себя, ты бледна как смерть. И холодная как ледышка. Что случилось? Ты упала в обморок? Нет, просто прилегла. Я орал во все горло, звал тебя, а ты не реагировала. По-моему, я заснула, только и всего. Не беспокойся, все хорошо. Эми, в чем дело? Скажи, что произошло? Ничего. Ты плакала? Почему? Нет, Гучо. Тебя расстроила бабушка? Нет. Это из-за меня? Нет. Значит, из-за Моники? Нет. Нет, Гучи. Она сделала, что хотела, и ушла. Тогда наверняка из-за Алехандро. Точно. Из-за него? Он бросил тебя из-за Моники. Он решил, что ты и его отец. Вот что. Я поеду к нему. Поеду еще раз к этому идиоту. И скажу всю правду. Я притащу его сюда за уши. Нет, Гучи. Не надо, он уже знает правду. Знает? А кто ему рассказал? Это не важно. Тогда... Я больше не хочу слышать об Алехандро. Я с ним порвала. Ты представляешь, как я себя чувствую? Как мы все должны себя чувствовать? После того, как обвинили Марию Эмилию в связи с моим отцом. Ведь она ничего дурного не сделала, напротив. Она ужасно страдала из-за выхода к сестры. Значит, это Моника. Моника увела Франциско. Нет. Она была дружна со мной. Приходила ко мне, просила о помощи. Я помогла ей, Алекс. Я попросила отца устроить ее на работу. Мама, она дорого заплатит за зло, которое причинила. Боже, нет, только не она. Она привлекательная, молодая, уверенная в себе. Она такая цветущая и раскованная. У нее достаточно данных, чтобы свести с ума любого мужчину. Мама, прошу, перестань терзать себя. Смирись, что отец ушел из дома, бросил нас, забыл обо всем ради этой женщины. Моника. Мама, я понимаю, как тебе больно. Но в каком-то смысле все закономерно. Мне жаль, мама, но так часто бывает. Любой мужчина может изменить, но не женщина, которую я люблю. Мама, пойми, я его не оправдываю. То, что сделал отец, отвратительно. Я никак не ожидал подобного поведения от человека, которого уважал и в чьи принципы и чувства всегда верил. Мама, то, что любовницей оказалась Моника,
смягчает его вину. Кто тебе сказал, что это Моника? Мария Эмилия. Может, она пыталась тебя обмануть? Нет, мама, нет. Я точно знаю, что она не виновата. Откуда такая уверенность? Ты такая печальная, словно в тебе что-то умерло навсегда. Не беспокойся, Гучо. Возможно, ты и прав. Но надо продолжать жить дальше. Завтра настанет новый день, все будет по-прежнему. Появятся новые хлопоты. Эми, ты выглядишь измученной. Ты можешь заболеть. Нет. Нет-нет, я просто прилегла и, наверное, отключилась. Я так измучилась. Сейчас встану. Эми, а это что? Этот пиджак надо починить. За ним зайдет Нина. А это? Наверное, выпал из кармана. Мама, пожалуйста, не расспрашивай, как я в этом убедился. Главное, я теперь уверен в полной невиновности Марии Эмилии. Не знаю. Алекс, все это так странно. Если Франциска встречается не с ней, почему это не выяснилось раньше? К тому же Моника, как я понимаю, отвергла обвинение сестры. Она лгала, мама. Не знаю почему, но она лгала. И отец сегодня утром тоже солгал. Ты его видел? Да, я ждал в офисе. Неизвестность, как нож в сердце. Я должен был все выяснить. Как он? Что он тебе сказал? Он вел себя странно. Практически не говорил и не защищался. Теперь я понимаю, что он лишь слушал меня, не соглашаясь, но и не отрицая. Он как будто не хотел ни себя компрометировать, ни меня обманывать. Алекс. Он был скован. Мне кажется, это Моника. Она попросила его молчать. Но зачем? Не понимаю, зачем ему лгать, мама? Уверена, она ловко манипулирует им. И оказывает на него огромное влияние, раз ей удалось увести его от меня и детей. Разумеется. Иначе зачем Франциско срочно понадобился развод? Она хочет женить его на себе. И хуже всего то, что она этого добьется. Сыграет на его чувствах, а потом посмеется. Она его не любит. Я уверена, она не любит его. Мама, не отчаивайся. Может, со временем отец поймет свою ошибку и вернется. И все наладится. Нет. Нет, сынок, я уже потеряла надежду. Мама, не плачь. Я тоже думал, что моим отношениям с Марией Эмилией конец. А теперь я должен добиться ее прощения. Что это значит? О чем ты говоришь? Я уже потерял всякую надежду стать счастливым, как вдруг все изменилось. Понимаешь, все. Ты хочешь вернуться к Марии Эмилии? А почему нет, мама? Ведь она невиновна. Запомни, в этой семье невиновных нет. Мама! Нет, Алекс, пожалуйста, не делай этого. Я довольна.